Лондонский Арсенал потерпел гостевое поражение от Ливерпуля 1-5 в матче 20-го тура чемпионата Англии. Счет в матче на 11-й минуте открыли гости, лондонцы выиграли борьбу на чужой половине поля. Айоби с левого края вошел в штрафную и вырезал перевод на дальнюю штангу. Эйнсли Мейтленд-Найлс выскочил из-за спины Ван Дейка и поразил пустой угол ворот, счет 0-1. Но 3 минуты спустя мерсисайдцы отыгрались, прошла атака по центру. Салаху не дали пробить со входа в штрафную, мяч отскочил к Фирмино, который без помех расстрелял ворота Арсенала, счет 1-1. А еще 2 минуты спустя бразилец оформил дубль. Фирмино подобрал мяч, по пути разобрался с 3 соперниками и со входа в штрафную катнул мяч мимо Лино, счет 2-1. На 32-й минуте Ливерпуль увеличил преимущество. Канониры отбились после углового, Робертсон подобрал мяч в центре поля и сделал длинный заброс в штрафную. Салах рванул за спину защитнику и сделал скидку в центр. А Мане с 10 метров поразил ворота Арсенала, счет 3-1. На последней минуте первого тайма в ворота Арсенала был назначен пенальти за фол Сократиса на Салахе, сам пострадавший, и реализовал 11-метровый счет 4-1. А на 65-й минуте Калашинос подтолкнул Лаврина в штрафной, и в ворота канониров был назначен 2-й пенальти, который реализовал Роберто Фирмино, оформивший хет-трик, счет 5-1. Таким образом, Ливерпуль набрал 54 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице английской премьер-лиги. Арсенал, имея в активе 38 баллов, занимает 5-е место в чемпионате.